Я так расстроился, что совсем не заметил коробочку одну, которая пришла уже. Это у нас часы, смарт-часы для ребенка. Были у нас уже подобные в обзорах. Давайте раскроем. Заказывались они для ребенка. Да, у этого же, наверное, продавца, потому что наклейки. Наклейки, конечно, новые, но в прошлый раз тоже положили наклейки. Вот. Да, наверное, у этого же продавца. Смотрите, инструкция полностью на русском в этот раз. Все красиво, аккуратно. Получается, заказывали мы их ребенку. Ребенок почти год проходил и, может, даже больше немножко. Вот здесь пленочка у нас для стекла. В общем, ребенок проходил и разбил стекло. То есть, не знаю, уронил его или этот. И, получается, пришлось заказывать новые, такие же точь-в-точь мы заказали. Есть на них обзор, есть распаковка. Здесь просто все очень просто в этих часах. Так, вот вставляется сим-карта. Для настройки, возможно, понадобится отправить на сим-карту смс-сообщение. Телефон получает смс-сообщение с настройками интернета. И после этого все начинает работать. Здесь очень прикольно, через приложение можно... так, что еще здесь у нас осталось? Кабелечек, вот. То есть через приложение можно следить за ребенком, то есть вы регистрируете, можно сделать белый список людей, которым звонить можно, и можно позвонить, прослушать, что находится, ну, происходит вокруг ребенка. Можно здесь сделать фотографию, по-моему, да, здесь есть камера, вот, насколько помню. Ну, более детально, если вам интересно, можете посмотреть старое мое видео, там вроде бы неплохо я детально рассказал об этих часиках, вот, есть. Постараюсь добавить здесь сверху, вот здесь вот, ссылочку на это видео. Вот, заказали часы действительно хорошие, поэтому взяли, заказали вторые, то есть разбилось стекло, экранчик разбился полностью, ну и заказали, решили заказать вторые часы, потому что они очень действительно удобные. Теперь на этом все, ставьте лайк, подписывайтесь, до новых встреч и удачных покупок!